А сейчас речь пойдет об организации, для которой благотворительность и помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, является осознанным выбором. 9 июня благотворительный фонд «Константа» отпраздновал свой 11-й день рождения. Срок для некоммерческой организации немалый. Праздничный день сотрудники и подопечные фонда провели на оленей ферме «Судимир», которая гостеприимно приняла именинников. Гости праздника отправились к оленям на вездеходах в самую глубь леса, чтобы покормить животных. Родители и дети познакомились с лесными обитателями фермы и понаблюдали за их повадками. Кормить их понравилось, трогать рога их. Мне понравилось трогать самого главного оленя. Мы всегда семьей, мы всегда на природе, как бы у нас тоже свой дом, свои тоже птицы. И здесь просто было интересно посмотреть на других. В солнечный день на ферме собрались семьи, кому помогла «Константа» по проекту «Паруса надежды». За 10 лет «Паруса» поддержали более 400 родителей, у которых возникла трудная жизненная ситуация. К слову, проект активно поддерживается фондом Тимченко. Огромное спасибо, хочется сказать фонду с днем рождения, его поздравить и желать, чтобы они развивались, чтобы больше семей оставались с детьми. После познавательной интерактивной беседы про оленей дети отправились играть с пиратом, а для взрослых фонд организовал психологический тренинг, который помогает родителям понять, куда уходят их силы и как правильно направить их в нужное русло. Мы будем буквально по процентам считать, как они тратят силы на, например, общение с другими людьми. И вот как их ближайшее окружение на них влияет. Например, одни люди могут забирать силы у семьи, другие люди могут давать силы. Миссия «Константы» – это помощь детям при сохранении семьи. Для этого фонд объединяет усилия государства и общества. И на протяжении всех 11 лет миссия фонда не изменилась. А в этом году планируется запустить новые проекты помощи семьям. Проект «Ладья» – это семейный многофункциональный центр. Это целый комплекс зданий, расположенный на 16 гектарах земли в селе Ладино, Торжовский район. Думаю, что в сентябре туда заедут первые постояльцы. Семьи с детьми, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Специалисты фонда уже более 10 лет помогают людям в кризисе встать на ноги, наладить отношения, стать настоящей семьей, которые друг друга поддерживают.